कैवल्य नरकायते तिदास पूर आकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्पपटले प्रख्यात दंष्टायते विधि महेन्द्राद्दिश्च कृचायते विश्वपूर्ण सुखायते जत्करुणा कटाक्ष विभवतम तम गौरमेव स्तमः। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রী শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রী শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ сказал, что শ্রীল ভক্তিনাথ ঠাকুর говорил о себе как о подметальщике на Махате, рынка святого имени. И вот Шрила Сачитананда Бхактинанда Такур, он говорил о себе как о подметальщике рынка святого имени. И мы все, мы гаудии, под руководством Шрилы Сачитананды Бхактинанда Такура, мы все хотим помочь ему в его служении. А Шрила Бхактинанда Такур говорит о себе как о подметальщике рынка святого имени на Махате. И вот Шрила Прабхупад говорил, что Бхактинанда Такур использует какой-то веник, чтобы очистить место на Махате. И мы все хотим быть инструментами в руках Шрилы Бхактинанда Такура в этом его служении. И это наш успех. И вот суть в том, Нитянанда Прабху, Баладев Махарадж, Нитянанда Прабху, он открыл на Махату рынок святого имени на Гудунг-кшетре, на Гадруме. И вот Баладев, он же Нитянанда, он явил этот рынок святого имени. И Намахата значит буквально рынок святого имени. И там Нитянанда Прабху, он дал указание. Он дал такое наставление, такую ответственность всем великим преданным спутникам Нитянанды Прабху раздавать, распространять это святое имя Харинаму. И какова же цена этого святого имени? Это Шрадха, вера. И Шрила Бхактинанда Такур уже описывает это в одном из своих киртанов о цене святого имени. И вот суть в том, цена — это Шрадха. Если мы сможем доказать, что у нас есть должная вера в святое имя, то тогда все махаджаны, у которых есть эта ответственность раздавать святое имя тем, у кого есть вера, то и вот сегодня день Гундича Марджаны. И Шри Чайтанья Махапрабху явил эту Гундича Лилу. Почему? Это очень похожая лила. На Махате много бывает мусора, много грязных вещей. И мы должны очистить этот рынок святого имени под руководством Шрилы Бхактивинода Такура и Нитянанды Прабху. И вот Гундича Марджана Лила, что она означает? Парад Паракхилешвара. Шри Чайтанья Махапрабху являет такую лилу. И это первое начало. Перед этим Гундича Марджана Лила, она вечна, мы знаем. Но Шри Чайтанья Махапрабху в своей Нилачал Лиле перед царем Пратапарудрой и перед всеми остальными преданными Махапрабху сказал, что сегодня мы пойдем в храм Гундичи и мы очистим должным образом это место, чтобы наш Господь смог войти туда. Много раз я говорил, что значит очищение. Шри Чайтанья Махапрабху уже сказал Чито Дарпам Намарджанам, вот эту шлоку. И вот Шрила Сачитананда Бхактинанда Такур дал
такое объяснение этой шлоки. В Шикшаштака, в объяснении Шикшаштаки я могу о ней говорить более подробно в какой-то день. И вот та шлока, с которой начал, она очень важна, и в ней говорится, вот, вот такие слова говорятся. Кайвалья мукти, оно подобно аду. Преданные, они думают, что это такое освобождение, оно подобно аду. Есть сварга и патала, и такие... Это акаша пушпайати сравнивается с цветком в небесах. Это вроде бы невозможно, но тем не менее сравнивается. И другая проблема в том, и вот эти органы чувств у нас есть, у всех органы чувств, и эти органы чувств, они действуют как враги. И вот Прабхудананда Сарасвати Пад, Прабхудананда Сарасвати Пад, он сравнивает их со змеями. И вот те наши органы чувств, они всегда какие-то проблемы нам приносят на пути баджана. И вот на пути нашего баджана эти органы чувств всегда какие-то проблемы приносят. И Прахлад Махарадж также говорит об этом. И вот все органы чувств, включая ум, и поэтому говорится, те муни и риши, те великие саду, великие мудрецы, они никогда не верят своему уму. И вот те великие мудрецы, муни и риши, они никогда не верят своему уму. В любой момент этот ум может действовать как враг. Он в любой момент может принести проблемы, но Прабхудананда Сарасвати Пад говорит, если мы получим милость Шри Чайтанья Махапрабху, полную его милость через Санкиртан, поскольку Шри Чайтанья Махапрабху он отец Санкиртаны, то в этом случае все наши органы чувств, ум и прочее, они могут стать подобно змее, но без яда, без зубов ядовитых. И вот в этом случае такая беззубая змея, она может только шипеть, а вреда никакого не принесет. И поэтому говорится, вот эти слова значат, что подобно змее, лишенной ее ядовитых зубов, то змея такая, она уже не принесет никакого вреда. Видхи значит Брахма. Пост Брахма. То есть такая душа, достигшая освобождения, по всей видимости, ей уже положение Брахмы даже не привлекает. Или положение Индры сейчас, оно кажется бесполезным. Китай — это значит насекомое. Никто не может... Ну, в смысле, никто не думает о каких-то насекомых. И таким образом... И другое, другие важные слова, вот эти, что, что чисто преданный, куда бы он ни смотрел, Шрила Бхактивинода Тхакур в киртанах говорит,
Вот в этом киртане, я надеюсь, вы его пели. Это очень важный киртан. И вот в этом киртане говорится, когда мы полностью предаемся твоим лотосным стопам, мы занимаемся полностью в служении тебе, о Господь. И Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, когда мы совершаем атманиведанам, самопредание твоим лотосным стопам, то тогда я становлюсь очень счастлив, поскольку все мои обязанности, вся моя ответственность, ты все их берешь на себя. И когда я беру право защищать себя, мои желания, деньги, богатство, то есть если мы сами считаем себя делающим и сами защищаем всю нашу собственность и все, что у нас есть, это приносит нам какие-то беспокойства. А вот если мы полностью предадимся Господу, то Господь возьмет на себя все эти обязанности. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что сейчас я очень доволен, поскольку я предался Господу, и сейчас у меня не осталось никаких беспокойств, никаких страданий, ни о чем в этом материальном мире. И сейчас я больше не думаю о себе, о поддержании своей жизни и прочего. Все мои беспокойства, они ушли, и я счастлив. И все вокруг, я смотрю, полно радости, трансцендентного блаженства. Куда бы я ни смотрел, я вижу блаженство. И как это возможно? Для чистого преданного это возможно. Для обычных людей это практически невозможно, куда бы они ни смотрели, все благоприятно для них, для чистых преданных, все благоприятно вокруг, и нет никаких проблем. Но Шри Чайтанья Махапрабху, когда говорит в первой шлоке Шикшаштаке, то можно найти наоборот. Выглядит это как будто все наоборот. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что вокруг лесной огонь, пожар в лесу иногда случается летом из-за большой жары, деревья и иногда из-за сильного ветра эти деревья, особенно во Вриндаване, можно видеть, что когда жара под 45 и больше, и эти деревья сохнут, и деревья там растут достаточно плотно, они под влиянием этого ветра, они могут тереться друг от друга и так загореться. И вот Махапрабху приводит такой пример. Почему? Поскольку это описывает нашу ситуацию, в которой мы находимся, куда бы мы ни пошли, мы посмотрели, в каком состоянии люди, например, в семейной жизни находятся, они все страдают в таком огне материальных страданий. И Шри Чайтанья Махапрабху поэтому говорит, что это подобно огню, лесному огню, но сейчас в этой шлоке мы находим, наоборот говорится, когда Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что
лесной огонь везде, то мы не можем найти никакого мира. Если мы, а если мы начнем бхакти, преданность, то тогда мы сможем получить настоящее умиротворение. Есть так много важных киртанов, написанных в Шиле Бхактивинода Такуром, Шиле Наротам Такуром. И вот Прабхудананда Сарасвати Пад говорит, и Шри Чайтанья Махапрабху тоже говорит, что что вокруг лесной огонь материального существования, но это относится больше к материальным людям. А последняя строчка. И вот последней строчке, вот это другого киртана, по всей видимости, говорится, что мы, я прославляю Шри Чайтанья Махапрабху, по чьей милости это все возможно. И вот сейчас суть в том, что через Гундича Марджану Шрила Бхактивинода Такур, он... И вот Шрила Прабхупад говорит, что мы все гаудия преданные, особенно те, кто ачарья. Мы должны действовать как инструмент очищения того места. Мы можем помогать Шрила Бхактивинода Такуру очищать то место. Мы не можем позволить никаким нечистым вещам быть на Намахате. В Намахате много раз я говорил, вы можете вспомнить Шри Чайтанья Махапрабху, когда он совершает санкиртан. Шри Чайтанья Махапрабху, когда совершает санкиртан в Шива Сангане, можно вспомнить, что Махапрабху иногда говорит, что я не чувствую того, той радости от санкиртаны. Почему? В чем случай, в чем проблема? И однажды было найдено, что мачеха Шивас Пандита, она пришла, так никому не произошла в комнату, в то место, где совершалось сакиртан, ничему, ничего никому не сказав. И Шивас Пандит искал, в чем проблема. И вот нашел ее, она спряталась где-то за навеской. Он взял ее за волосы и вытащил, и выгнал. И вот что это значит? Это, и вот это олицетворяет то, что Шивас Пандит, он очистил Намахату от той проблемы, которая там была. Потом сын Шивас Пандита умер, это тоже проблема была. Все домашние плакали, но когда сам Верховный Господь находился в их доме, то есть какие-то причины для страданий. Это тоже подобно мусору, такие чувства. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, он, когда Шивас Пандит удалил все причины неблагоприятные, и все неблагоприятное, то Махапрабху опять почувствовал ту радость. И однажды Шукламбар Брамачари пришел туда, к ним, который всю жизнь постился на одном молоке. И Махапрабху сказал ему, что чтобы достичь Расакшетры, то просто совершая аскезы и пья одно молоко всю жизнь, это мало, чтобы видеть мою Расалилу. И Махапрабху тогда сказал, вы можете вспомнить, что те, кто демоны, они тоже совершают аскезы, а что толку от этого? Те демоны, они совершают аскезы больше, чем полубоги.
никакой полубог не может сравниться с демоном, с Хираньякашипу, как он совершал аскезы. Брама, он провозгласил открыто, что таких аскез никто не мог совершать ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. И вот это все подобно мусору. Кто-то, например, совершает какие-то сухие аскезы, у него нету бхакти в его сердце. Можно вспомнить, Бхагаван Си Кришна говорит Удаве. Если вообще, если кто-то получает какой-то интерес к Харикатхе, и если его сердце, оно не... То есть, если его сердце достаточно... То есть, еще Махарадж говорит, что если мы слишком отречены, то опасность в этом, что у нас может быть никакой связи с Кришной, а мы должны видеть все в связи с Кришной, что наша жена, например, она помогает нам в нашем Кришна-бхаджане. Понимаете, таким образом мы должны видеть все, все богатство, оно тоже помогает нам в Кришна-бхаджане, оно не беспокоит нас. Что еще нужно видеть в связи с Шри Кришной, как Амбариш Махарадж, он был повелителем, императором Саптадвипа Адхипати, семи континентов. Он был повелителем всего мира, даже у Индры не было такого богатства, как и, например, у Бали Махараджа было богатство, превосходящее богатство Индры. Но кто его Шикшагуру? Прохлад Махарадж, Бали Махарадж имеется в виду. И вот он думал, что мой дед, он мой Шикшагуру, и поэтому он так, развил такое умонастроение, такое бхакти. И мы должны быть искренне посвящены. Это точнее, Бали Махарадж, он был настолько предан Господу, что сам Ваманадев, он был охранником на его воротах. И смотрите, Махаджаны, великие души, например, Рамануджачарья, Мадхвачарья, Вишну с вами, Нимбакачарья, они все ачарьи, если вы будете изучать их жизнеописание, то увидите, что все они заняты были очищением грязных мест. Точнее, если более четко сказать, они очищали поле бхакти от всего неблагоприятного, что там могло быть. И вот его бхакти-йога, она успешна у того, кто не слишком отречен и не слишком привязан. То есть все должно быть балансировано. Как в случае с Шрилой Прабхупадой, будучи ребенком, однажды Шрила Бхакти, он такого принес манго с рынка, а он увидел манго и съел его, а Бхакти он такого спросил, зачем ты его съел? Это еще не предложено Господу. Шрила Прабхупада, он никогда не мог совершать никаких ошибок, неважно, будучи ребенком или будучи взрослым. Это было специально организовано. И вот когда Шрила Бхактивинода Тхакура спросил, почему ты это принял, это еще
не было предложено Кришне, и с тех пор Бимала Прасад дал обет, что больше в своей жизни я манго есть не буду. И вот он не ел манго всю оставшуюся жизнь. И вот поэтому можно вспомнить, Сарвабхаума Бхаттачарья говорит в Пурушоттам Даме, когда наша вайрагья, она сухая вайрагья, то есть сухое отречение, оно подобно невежеству, а когда наша вайрагья, наше отречение, оно будет помогать нам в Кришна-саве, то тогда это вайрагья, значит, зрелая вайрагья, совершенное отречение. И можно вспомнить, что зависит вайрагья, которая показана Санатана Госвами, мы не можем ее имитировать. Вайрагья – это отречение, которое являли рупой Санатана, что говорится про них. Они ели только эту чулу. Горох жареный какой-то. Они не спали. Это не их такое, это их естественное состояние. Они были полны расы, и в этом состоянии им не нужно было спать. Но сейчас, если мы будем силой отказываться от сна, то ни к чему хорошему это не приведет. И вот Сарвабхаума Бхаттачарья, он говорит, и вот Сарвабхаума Бхаттачарья, он был раньше майявади, он являл такое сухое отречение, но потом его отречение, оно стало зрелым. Он принимал Махапрасад с Шачитани Махапрабху и его спутниками и говорил, что о себе он говорил, что раньше я был подобен шакалу, а сейчас я чувствую настоящую радость по милости Шачитани Махапрабху. И вот так можно понять, мы уже слышали о том, что Гоу Кишодас Бабаджи Махарадж, у него было естественное вайрагья, естественное отречение, не искусственное. И однажды один преданный хотел с ним сравниться в вайрагье. И вот какой-то человек хотел сравниться с отреченности с Гоу Кишодас с Бабаджи Махараджем, он пил воду из черепа. Вот Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивинода Тхакура, у них у Гоу Кишодас Бабаджи Махараджа, у них такая же вайрагья, как у Госвами, но для проповеди они не... Но для проповеди они ведут себя немного иначе. И Кришнадас Кавирадж Госвами и Джива Госвами Пад Сандарпах, он дает такое обещание нам, что непреданные не должны, он говорит, что непреданные не должны изучать мои писания. И Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, в читании Чайтамрити говорится, for whom I need to stop speaking all secrecy.
И вот все Чайтанья Махапрабху всю жизнь хотел показать нам Юкта-вайрагью. Юкта-вайрагью, но и вот был какой-то человек, который приходил и критиковал Махапрабху в Гамхире. И вот он критиковал Махапрабху, был в таком состоянии, если Чайтанья Махапрабху за всю свою жизнь, а Махапрабху он всю свою жизнь, он все делал для, он являл пример нам. И вот Чайтанья Махапрабху захотел практически показать, что говорится вот в этой шлоке Шикшастаки Чатадарпана Марджанам. Если Чайтанья Махапрабху однажды в день перед Радха-ятрой, он вместе со всеми преданными Махапрабху сказал: «Сегодня мы пойдем в Гундича Мандир, мы возьмем Джаганатха». Поскольку Джаганат пойдет в Гундича, поэтому нужно его очистить. И вот Даршан Шри Чайтанья Махапрабху, он уникален в один день, я могу сказать об этом. Это подобно тому, что подобно тому, как Джаганатха. Нашего Господа. Везут из Курукшетры во Вриндаван, при ее своем, вот этот шлок это описывает. Мы можем найти Махапрабху, он хочет взять Джаганатха из Курукшетры, которого олицетворена Джаганат Мандиром, до Вриндавана, Гундича Мандира. Это даршан Шри Чайтанья Махапрабху. И вот Махапрабху хочет очистить это место, и он дает наставление всем преданным, что вы все можете пойти туда, и мы вместе очистим это место. И вот в этом случае, и вот Махапрабху дал указание, чтобы организовали горшки и веники. Но это не как бы не то, чем должен заниматься Махапрабху, но все же Махапрабху любит эту лилу, и поэтому он делает так. И вот царь дал указания, и для Махапрабху все организовали, все веники, горшки и прочее. И Шри Чайтанья Махапрабху рано утром вместе со всеми преданными, они совершали киртан. И вот они пошли до Гундича Мандира. И там все преданные, Сарвабхаума Бхаттачарья и
кого только там не было, Сварупгаса и прочие вместе с, во главе с Махапрабху, они очищали этот храм Гундича. Не рядом, но как практически рядом, поскольку Нарисимха мандир и Гундича мандир там недалеко. Там один Нарисимха мандир есть, и вот тот мандир, где сын Адвайта Гасая Гопал упал без сознания, то там Адвайта Гасай он произнес мантру Нарисимха Деву, и то место, где Махапрабху прикоснулся к этому Гопалу, и он воскрес. И это то самое место. И сзади Гундича мандира есть Нарисимха мандира. И оттуда достаточно недалеко Индрадюмна Сарова. И вот с этого Индрадюмна Сарова все преданные, они брали воду для того, чтобы мыть храм Гундича, но перед этим Шри Чайтанья Махапрабху дал наставление всем преданным, что вы должны очистить сначала подмести, сначала подмести, а потом вымыть все. И сам Махапрабху делал это, пел и он воспевал святые имена и подметал. И Махапрабху сказал, что я хочу посмотреть, кто искренен в этой лиле подметания. Я хочу посмотреть, кто сколько мусора наподметал. И если ваше сослужение несовершенно, вам нужно организовать Махапрасад тогда. Это ваше наказание будет. Как Рагунадас Гасай, он был Нитянанда дал ему такую милость, что он смог организовать Дойчи Ру Махотсав. Это праздник йогурта и плющеного риса. И Рагунадас Гасай был очень рад, что ему выпало такое служение. И вот сейчас Махапрабху дал такое наставление, и все преданные начали подметать, и в итоге обнаружили, что Махапрабху больше всех насобирал мусора. И в Чайтамрите написано, что все преданные делают, а если собрать все, что насобирали все остальные преданные, то это было меньше, чем один Махапрабху насобирал. И таким образом Махапрабху дал, явил своим примером, как совершать севу. Джаганнат Наданадан Кришна, он, кто, в Чайтанья Бхагавате говорится, что кто-то говорит, что Шри Чайтанья Махапрабху это Нараян, кто-то Вамана. И нет проблем никаких в этом. И Шри Чайтанья Махапрабху, в нем пребывают все аватары. Кто-то говорит, что это Рама, кто-то говорит, что нет, это Нараян, еще кто-то, но это все правильно, поскольку он источник всех аватар. И вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит дальше, что Джаганнатх, он наш Прананатх, он Господь нашего сердца, он Нанданада Шри Кришна, и мы должны служить ему должным образом. И после этого Махапрабху говорит, что вы должны набрать воды из Индрадюмна Саровара. И вот все преданные пошли туда с сотнями глиняных горшков, набрали воды и принесли. И начали мыть все этой водой. И вот они так мыли, и тем временем один простой преданный, он взял горшок с водой, пришел к Махапрабху и омыл его лотосные стопы. Махапрабху посмотрел, что ты делаешь. Перед храмом Господа ты
омываешь мои стопы, ты хочешь отправить меня в ад? Зачем ты это делаешь перед Джаганнатхом, омываешь мои стопы? И Махапрабху явил лилу гнева и сказал, позвал Сваруп Гасая: «О, Сваруп, иди сюда, что случилось? Смотри, твой Гаудия». И там говорится, что Чайтамрите, что вот такие слова говорятся, что тут Тамар Гаудия, что смотри, твой Гаудия такое сделал. И тогда Сваруп Гасая взял его, выгнал. И с тех пор эти слова Махапрабху, они указывают на то, Махапрабху показал нам, что Сваруп Гасая, он глава всего Гаудия общества. Мы должны все находиться под его руководством всю жизнь. Сваруп Гасая, он никуда не уходил, он здесь, он с нами. Сваруп Гасая, он может явиться через Шрилу Прабхупаду, Шрилу Бхактивинода Тхакура, он вечен. И вот Махапрабху дал наставление Сваруп Гасая, что и с тех пор мы можем понять, что Сваруп Гасая, он основа, он глава нашего движения. They are knowing from Sarup Gosai. And to Rupa Gosai Mahaprabhu himself directly speaking, Rasabhata is coming. И вот оттуда мы можем знать, что Сваруп Гасай, он во всей лиле он играет очень важную роль. Если кто-то приходил к Махапрабху кто-то написал, хотели это Махапрабху показать, то сначала нужно было Сваруп Гасаю показать, он проверит это на Сиданту, на Расабас, на то, что было это бы достойно для того, чтобы было достойно внимания Махапрабху. Если, например, кто-то говорит, что Яшо Мати смотрит на Расалилу, то это апасиданта, это кросс, это смешение рас, это очень, как бы сказать, плохо. Махапрабху будет очень недоволен этим, если такие-то расабасы и прочие грубые несоответствия будут там. И вот однажды пришел какой-то материальный поэт. И вот he is requesting Sarup Gosai. He is coming with one nice writing. If you can hear. И вот он пошел к Сваруп Гасаю. Like to hear anything and everything. Anyway, you are requesting, you can come. И вот, в общем, какой-то преданный хотел показать ему то, что он написал, и договорились на вечер, и Сваруп Гасай и все остальные преданные сели слушать, и вот какой-то этот материальный поэт, он описывает славу Джаганнатха и Гуранги одновременно. И первой шлоке Сваруп Гасай очень разгневался и сказал, что хватит, глупец. Ты пишешь такую ересь. И вот да, таким образом даже Валабхачарья, когда пришел к Махапрабху, хотел что-то почитать из того, что он сочинил,
перед Адвайта Гасаем Гададхар Пандитом он хотел похвастаться тем, что он написал, но Махапрабху не был доволен ему. И вот сейчас я хочу сказать о том, что дал нам Бхактивинода Такура в той шлоке Читодар Панамарджанам. Она содержит в себе очень глубокую философию, поскольку в Читане Читамрите говорится, когда полностью очистили храм Гундича, то тогда Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, когда полностью очистили храм Гундича, то вынуждено, что это было подобно тому, что Махапрабху открыл свое сердце и показал, смотрите, настолько чистое сердце, подобно бриллианту. И Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, когда все очистили, это было подобно тому, как Шри Чайтанья Махапрабху открыл свое сердце и показал нам, насколько оно чисто. И через эту лилу наша Гуру Варга хочет показать нам то, что вначале всего мы должны очистить наше сердце. Очищение сердца невозможно с материальным веником. Единственное, это возможно через санкиртану, через нама санкиртану. Если мы будем совершать должную, настоящую нама санкиртану, тогда мы сможем очистить наше сердце. И тогда сегодня или завтра вы сможете создать в вашем сердце место, на которое может явиться Джаганнат. Очищение сердца значит призвание Анантадева в ваше сердце. То есть подобно тому, перед тем, как строить, устанавливать какой-то мандир или храм, вначале мы копаем одно место, потом совершаем бхуми-пуджу, призываем Ананта-деву туда. Это такова система. Если какой-то храм устанавливается, строится, то вначале всего нужно совершить поклонение земле, потом Ананта-деву. Нужно поместить его мурти под храм внутри. И вот эту мурти Анантадева нужно поместить вниз, и после этого можно начать и поклонение ему, и соответственно и постройку храма. Мы не можем надеяться, что Джаганнат явится в нашем сердце, мы не можем его позвать до тех пор, пока мы не очистим наше сердце, пока там не явится Анантадев, который... И потом, когда мы призовем Анантадеву Нитянанду, то тогда, и поскольку если не явится Анантадев в нашем сердце, то где может находиться Джаганнат? Анантадев, он подобен асане, трону. Если он не явится в нашем сердце, то где может тогда находиться Джаганнат? Поскольку Джаганнат, он... Перед тем, как призвать Джаганнатха в наше сердце, нужно создать то есть наше сердце должно быть открыто, и там должен находиться Анантадев, который служит асаной, троном для Джаганнатха. Шри Чайтанья Махапрабху, вне зависимости от... Он даровал милость всем, независимо от их происхождения и убеждений. Шри Чайтанья Махапрабху, он однажды обнял даже преданного, который был болен проказой. И как это возможно? Шри Чайтанья Махапрабху обнял Санатану, но Санатан был очень смирен, он тоже чем-то болел, какой-то кожной болезнью, но Махапрабху обнял его, и вся его болезнь прошла.
И таким образом, не призвав Ананта Дева, мы не можем ожидать, что Джаганатх явится в нашем сердце. И Гундича Мандир Марджана значит очищение нашего сердца с помощью Санкиртаны. Но одно важное есть, но наша Гурвага Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Шрила Шанта Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж и остальные, у нас не было возможности видеть их лилу. Они в время Гундича Марджана они шли в храм Джаганатха, клонились Сударшан Чакре, потом вместе с Санкиртаной. Мадхава Госвами Махарадж, Шанта Госвами Махарадж, они все с тысячами преданных, они шли от храма Джаганатха до Гундича с вениками, горшками, и там Шрила Шанта Госвами Махарадж пел. В то время не было микрофонов, усилителей, и он совершал киртана, и остальные преданные, они... Мы чистили, мыли храм Гундича. Как мы можем обрести вдохновение? Если мы не сможем видеть, как можно получить вдохновение, если мы обусловленные души видим яркий пример перед нами, это он подобен мильному камню, чтобы мы могли идти в правильном направлении, как Шрила Бхактивинода Свами Махарадж, он своим примером явил, как нужно совершать баджан. И таким образом наш Гурудев Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж и вся наша остальная Гурварга, они совершали киртан. Они совершали киртан для полной радости Шри Чайтанья Махапрабху. И очищали то место, и после того, как санкиртана кончилась, они сидели в одном месте, они сели там где-то место есть под кокосовой пальмой, там какой-то алтарь или что-то похожее на алтарь, и вот там они сидели и говорили харикатху. И много раз я говорил, как, что подобно тому, как вот во время борьбы за независимость, эти борцы за свободу Индии, и вот там ведущий спрашивал, кто же готов отдать жизнь за свою страну. И если такие какие-то борцы за свободу готовы отдать жизнь за свою страну, то мы почему не готовы отдать жизнь ради Шри Чайтанья Махапрабху? He's laughing. He's not crying. Tomorrow morning time, 5 o'clock morning, he can hang to death. And then Fashi, you know, hang to death. He's laughing. Not only that, before giving the sentence, he's singing one nice song from motherland. He's singing one nice song from motherland. Oh mother! Если британское правительство такого какого-то приговаривает к смерти через повешение такого борца за свободу, то этот борец за свободу, он не печалится, радуется, что ему выпала возможность умереть за свою родину. То есть, если они, эти борцы за свободу, они готовы пожертвовать жизнью ради своей страны, то почему мы не можем сделать так для Шри Чайтанья Махапрабху? В этом наш недостаток. И поэтому, когда у нас есть возможность следовать чистым вайшнавам, мы должны не упускать этот шанс. И вот там происходила харикатха, и на следующий день Радхаятра Джаганатха, поскольку следующий день... There is no chance to speak
И иногда Джагнат являет Лилу, что он где-то стоит какое-то время. В моей жизни я тоже видел, когда это Новокаливар был, то в тот день или в тот год или следующий, вот не помню точно. Там Джаганатх, он когда проезжал мимо места явления Шрилы Прабхупады, он там остановился, был до следующего дня. И таким образом Шрила Бхактивинода Тхакур дает такое наставление, что Гундича Мандир Марджана очень прекрасная лила, и через эту Гундича Мандир Марджану мы можем очистить свое сердце должным образом. И Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет эту шлоку Читодарпана Марджанам Шикшаштаку. И там Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что все обусловленные души, они путешествуют, скитаются с одной Брахманды, с одной Вселенной в другую. И вот так они жизнь за жизнью скитаются по 14 мирам, иногда становятся царями, иногда нищими. И таким образом Кришнадас Кавираджа Госвами описывает это все. И Бхактивинода Тхакур говорит, те, кто путешествует жизнь за жизнью, если у них есть возможность совершать сатсангу, то иногда можно... Вот Шрила Бхактивинода Тхакур написал несколько статей, что такое саду-санга. Саду-санга пранали-вичары и вот еще некоторые. И Шанкарачарья тоже писал об этом. Пересечь мать океан рождения и смертей. Для того, чтобы пересечь этот океан рождения и смерти, наше тело подобно лодке, кораблю. И вот там, смотрите, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит снова, что саду санга, даже в Чайтанья Чаритамрите также можно найти. Вот говорится Кришна Бхакти Джанама Хой Садусанга. Коренная причина Кришна Бхакти – это Садусанга. И Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что Санга – это главное. То есть общение, это наша самскара, это причина наших привычек, нашего образа жизни. Вот. Бхактивинода Тхакур говорит, в прошлой жизни мы какие-то самскары получили, и они, когда мы оставили тело, эти самскары за нами следует, и сейчас, если мы обрели какую-то саду-сангу, то благодаря ему мы можем изменить свои привычки. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, санга – это главная причина ваших привычек. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит и дает такой пример, что подобно тому, как как какие-то кристаллы, драгоценные камни. То есть если одни кристаллы одного цвета находятся вместе с кристаллами другого цвета, то их цвет он смешивается.
И вот таким образом Бхактина Такур говорит, что согласно сатсанге мы можем изменить наше умонастроение, привычки, характер. И согласно настоящей сатсанге мы можем обрести бхакти также. И в этом случае вы можете следовать жизни Садан Сиди Нарады Махараджа. В Бхагаватам описывается его жизнь Нарады Махарадж. Когда он был ребенком, он получил возможность общения со святыми саду. И однажды он принял остатки их пищи. И в Бхагаватам описывается, однажды те саду, они оставили остатки их пищи им. И вот Вайшнава Прасад, это он Махапрасад. Если Вайшнавы что-то принимают, это становится Махапрасадом. И Бхагаватам описывается то, что Нарада описывает перед Вьясамуни. Нарада говорит, однажды я принял Махапрасад, остатки пищи Вайшнавов. И все, и мое сердце, оно очистилось. Очистить ваше сердце, для того, чтобы очистить ваше сердце, нужно воду, омывшую стопы Вайшнавов и остатки их пищи, и пыль с их лотосных стоп. Это три катализатора на пути баджана. И вот говорится, что пыль с лотосных стоп Вайшнава, остатки их пищи и вода, мышцы их стопы, если вы это обретете, то вы получите огромную силу, огромное вдохновение. Смилость Сваруп Шакти. И вот после Гуничи Мандира Марджана Махапрабху показал такую лилу, он, и потом Махапрабху пошел в Балаганде, там они принимали Махапрасад, различные подношения Сваруп Гасаи, Махапрабху, Адвайта Гасаи, Нитянанда, Сваруп Гасаи, все в очереди принимали Махапрасад, но сейчас всю систему поломали. То есть сейчас можно видеть, что какие-то саньяси перед женщинами сидят или в перемешку. Сейчас ситуация другая. То есть должно быть как бы разделение саньяси в одной стороне, то есть отреченные в одной стороне, нет, отреченные в другой стороне. И вот по хорошему, по правилам должны все сидеть в соответствии со своим положением. Кто более высокий ранг занимает, более высокое положение, он первый должен быть, а который меньше, те следующие. Махапрабху говорит, что он не может потерпеть неуважение к каким-то преданным. Если какой-то старший, то он как Адвайта Гасай, например, он должен первый сидеть. И сам Махапрабху дает такой пример. Как Брамананда Бхарати, когда он пришел, кто-то сказал, что Брамананда Бхарати пришел. И что Брамананда Бхарати пришел, мы можем позвать его сюда к вам. И спросили Махапрабху, можно ли позвать его сюда. А он сказал, что нет, не надо, он наша Гуру Варга. Я должен идти к нему, где он.
И Махапрабху сам пошел к нему, чтобы выразить почтение. И когда Адвайта Гасани и Тиананда, они танцевали и пришли, чтобы присоединиться к Чайтанья Махапрабху в Пурушоттам Даме, они пришли от хора. Адхара вместо под названием Адхуранала. Махапрабху, когда он узнал, он сам с гирляндами и цветами пошел к нему, чтобы выразить им почтение. То есть он не ждал, пока они сами придут, а сам, потому что они старше, он сам пошел к ним, чтобы выразить свое почтение. Вот такова система. Сейчас такого не наблюдается, к сожалению. Но, смотрите, Валабхатта, он очень важный человек. Валабхатта очень важная личность, но все же Махапрабху не мог потерпеть его и наказал его. Но мы не можем нарушать такую систему уважения старших. И вот после того, как Гундича Марджана кончилась, прасад начался. И говорится, те, кто совершает Сангиртану и Харикатху Махапрабху, знают, какую энергию нужно прикладывать. Гуранга Махапрабху знает, сколько энергии нужно дать, чтобы совершать Сангиртана и Харикатху. Вы думаете, это шутки? Нет, это не шутки. Всю нашу жизнь мы должны посвятить этому. Гундича Марджан, после того, как прасад кончился, Махапрасад дал указание раздавать прасад всем, кто тут есть, всем нищим и прочим, кто там есть. И вот суть в том, Верховный Господь и все Его преданные, они всегда готовы дать настоящее сокровище нам, но наша способность принять, она не всегда есть. И через Санкиртан в один из дней под руководством Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактивинода Тхакура, если мы станем успешны, то тогда мы увидим, что Господь, Он готов даровать нам всю нашу милость, но не все способны ее принять. И вот Сваруп Шакти, есть одно великолепное качество Сваруп Шакти. Кришна всегда, Он проливает свою милость на преданных. Кришна раздает свою милость всем, поскольку те, кто верят или не верят, все дживатмы, они все вайшнавы, просто некоторые в спящем состоянии, даже тигр или слон, они тоже вайшнавы. Они просто в таком дремлющем состоянии находятся. Единственное, нужно открыть, снять покрытие майи с них. Как бывает, что слон становится преданным. То есть это потенциально это есть. Подобно тому, что если пахтать молоко, мы можем получить масло, если пахтать воду, то ничего не получим. И вот это законно, причины и следствия, они связаны. Можно вспомнить, когда Шри Чайтанья Махапрабху, он пошел в лес. Почему тигры, слоны, они танцевали? Поскольку это было возможно, и поскольку был Махапрабху там,
перед Махапрабху, перед Кришной. Это возможно. Во Вриндаване, в настоящем Вриндаване, можно найти тигры, тигры, слоны и прочие животные не враждуют, то есть они не едят друг друга. Тигры, тигры с этими оленями, они не враждуют. Однажды я видел этих в Гакуле 18 лет назад бандоры, обезьяны, был этот теленок, он ходил. И эти обезьяны там были, обезьяна взяла, поцеловала этого теленка, и теленок я тоже так поцеловал. И во Вриндаване все возможно. И для Акбар Ватсы, он был царем Дели. Он смог увидеть Вриндаван на часть секунды. И по милости Санатана Госвами для него было возможно увидеть Вриндаван на часть секунды. Смотрите, это Вриндаван. Он показал, Санатан показал Вриндаван этому царю. Мы, если едем в Вриндаван, то там слишком жарко, слишком холодно, слишком мусорно, слишком еще что-то. А в Бхагаватам говорится, что Вриндаван, он во Вриндаване всегда васанта, весна. В один день все шесть сезонов, они происходят. Круглосуточно эти сезоны служат Вриндавану, если там жарко, то не слишком жарко, Бхагаватам описывается так. И вот материальная концепция, мы должны избегать ее, и через санкиртан это возможно. Гундича Мадхьямарджана есть одно суть этой лилы в том, что мы должны совершать санкиртан, очистить наше сердце. И еще можно видеть, английская пословица такая, но можно видеть на железнодорожных станциях, тоже пишут, что чистота — это путь к божественности. Но главное то, что мы должны очистить наше сердце, и не должно быть никаких посторонних вещей. Верховный Господь может дать нам все, что мы хотим. И если время позволит, я расскажу о философии Радха-ятры. Какой-то день и Шрила Бхактивинода Тхакур хотел сказать нам то, что через саду-сангу можно возвышаться, прогрессировать. Бхактивинода Тхакур приводил пример этого. Name, Megan. Oh,
он приводил пример охотника, который из-за общения с Нарадой он изменил свою жизнь. Или, например, пример с Лакшахира, Хардас такой не говорил с ней, он повторял Харинам, она сидела и слушала. Благодаря Гуру Вайшнава мы можем изменить нашу жизнь, если у нас есть связь с ними, если у нас есть уважение к ним, и если мы будем следовать их наставлениям, если мы разовьем любовь к Гуру Деву, к Гуру Вайшнаву, тогда мы сможем прогрессировать. И Шрила Бхактивинода Тхакура дал нам указания. Я хочу о нем более подробно рассказать, о том, что Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что я изучил всю сиддханту, которая дана нам Бхактивинода Тхакуром, и Бхактивинода Тхакура говорит, что если обрести полную милость, а что значит полная милость? Например, я очистил наше сердце, мы можем обрести Нараяну, а чтобы обрести Кришну, что нужно делать? Если наше сердце полностью очищено, полностью открыто, все оно сияет в своем полной степени, но вопрос расы возникает. Иначе, если наше сердце просто чисто, можно на Вайкунтху попасть, на Голоку то, что попадем, нет гарантии. То есть сейчас вопрос расы возникает, и как расу развить? Бхактивинода Тхакура в Джавадхарме, в Шикшамрите, он описывает, как кто-то вот это так понимает, кто-то иначе. Вот об этой теме расы я буду говорить в следующий раз. Шрила Бхактивинода Тхакура написал так много статей, примеров, и мы должны это все привести в гармонию. Должна быть гармония между всеми его высказываниями. Однажды, а вот Махарадж дополняет Рамачандрапури, он критиковал Махапрабху. И был еще другой Рамачандра Кан, он был великим преданным, а Рамачандрапури, он критиковал Махапрабху всегда. Он не был заинтересован в Санкиртане, он был Майавади, он постоянно занимался критикой. Но большинство учеников Мадхуренда Пурипада, они все экданда саньяси. Внешне они выглядят как будто из Шанка Сампрадаи Майявадской, но они полны были любви, как Парамананда Пури, Брахмананда Пури, кто нет. Они полны любви внутри Кришне, к Чайтанья Махапрабху. И как можно сказать, что они Экданда и нету Чайтанья Махапрабху в их сердце, нет, они не Майявади. Просто могут внешне так выглядеть. Это я буду говорить в дальнейшем. Продолжу позавчерашнюю тему. Поскольку многие сахаджи критикуют Гаудия Матх, что в Гаудия Матхе дают священный шнур, саньясу, шафран и прочее. И в дальнейшем я более подробно об этом буду говорить, если есть какие-то вопросы. Вопрос, как избавиться от невежества в сердце? Я привел пример. Несколько лет назад я вспомнил. Одна,
Вот был один в Бангладеше дворец царя, там лет 200 никто не жил. 40 лет назад случилось, я услышал эту историю, в новостях было. И вот был один дворец царя, лет 200 никто там не жил, одни змеи. И однажды один бедный человек, очень бедный человек, он мимо проходил, он там это работал в огороде, там нашел золотую монету, об этом слух разошелся, что он монету нашел. Тут правительство приехало, спросило, где нашел, он сказал, там нашел. И вот они подозревать начали, что может там еще есть. И вот наехало народа с правительства, окружили, оцепили все и начали искать. И наша Гурвага приводит такой пример, например, в какой-то комнате 200 лет никого не было, одни привидения и змеи живут, но если мы возьмем фонарик, и войдем в эту комнату, то как в этой комнате мы не через 5 минут увидим все в комнате, а моментально, как только мы зайдем с фонариком, со светом, и также с невежеством в нашем сердце, как только мы предстанем перед чистым преданным, который является собой ярчайший пример, то мы получим вдохновение, начнем совершать бхакти, и наше невежество, оно уйдет из нашего сердца. Невежество – это майя. Дживатма – это татаста шакти. Ачинтья бьеда, абьеда татви. Я буду говорить в дальнейшем татастка, положение татастра. Оно очень критично и нестабильно. В дживе присутствует два состояния – гьяна и майя. Как майя вечна, так и гьяна вечна. И обусловленная душа, у нее есть два варианта. И вот как только эта джива находится под влиянием невежества, майя контролирует ее, и как только джива совершает садусангу, садусанга значит, это то, сейчас варуп шакти явлено. Саду значит тот, кто, у кого есть бхакти, тот, у кого есть энергия сваруп шакти, и это сваруп шакти, она может преодолеть это невежество, и джива обретет знание. Перед чистым преданным можно сразу же избавиться от невежества и обрести знание. Сарвама Бхаттачарья, сколько времени заняла для того Вайшнава Даса в Джайвадхарме, описывается, который он был гуру тысячи майявади. Для него заняло всего лишь часть секунды. Он увидел чистого Вайшнава, который проходил мимо, совершал киртан, играл на караталах и совершал киртан. Он услышал звук его киртана, и этого части секунды для этого Вайшнава Даса хватило. Он увидел, он хотел встретиться с ним, но потом подумал, что он гуру десятков тысяч майявади, он ачарья. Если я пойду, я буду говорить с этим вайшнавом, кто-то увидит и буду критиковать меня. Потом подумал, нет, это редкий шанс, нужно пойти и встретиться с ним. Потом опять передумал, потом опять надумал. И вот пока он думал, если вы были в Варанаси, то там видели очень маленькие улочки, много поворотов, и когда он решился, уже этот вайшнав куда-то повернул, и уже найти его было тяжело. И он потом сокрушался, что я слишком поздно надумал, нужно было сразу идти, не раздумывать, и потом он начал искать его, где этот вайшнав, и никто не мог найти, но результат не пропал.
И часть, он видел Вайшнава просто на какую-то часть секунды, вот его Баджан Кутир на берегу Ганги, и с комната его маленькая буквально там, меньше метра, и вот Вайшнава пока проходил мимо его Баджан Кутира и пил, он не увидел эту часть секунды. И вот, когда знание по милости Гуру Вайшнава явится, то невежество немедленно уйдет. Не так, что гьяна и агьяна, то есть знание и невежество могут одновременно пребывать. Туласидас же Махарадж говорит, Роби Раджани значит, Роби значит солнце, солнце там, и также невежество, как это возможно. Если солнце в небесах, в то же самое время тьма, как это возможно? Некоторые вещи не могут одновременно находиться рядом, как гьяна и агьяна, свет и тьма. Что-то должно уйти, пропасть. И также гьяна, когда она является в нашем сердце, то эта гьяна, она подобна бхакти. Когда гьяна становится, знание становится зрелым, достаточно зрелым, результат этого будет бхакти. Гьяна, когда она в таком зеленом состоянии, она еще не бхакти. Она не зрелая, не вкусная, она запрещена. И таким образом не печальтесь, если вы искренне совершаете сатсангу, то очень скоро, сегодня или завтра, вы сможете обрести зрелую гьяну, зрелое знание, и можете осознать все. Понимаете то, о чем я говорю?